Привет, дорогие друзья, с вами Лайков, и добро пожаловать на Лайков Геймс. Сегодня мы с вами запускаем замечательную игру, которая, наверное, вот-вот каждый, я то уверен, что и каждый из вас уже поиграл, ну, кроме меня, конечно. Я, конечно, позже всех узнаю, такая вот есть игрушка интересная. Надо зайти, короче, посмотреть, что поиграть. Короче, она называется Total Accurate... Я, наверное, неправильно прочитаю ее. Total Accurate Battle. Короче, в названии, короче, вы видите, как она, эта херня называется. Тут, типа, человечки между собой махач ведется. Мы, короче, я пока не вообще ничего не знаю, что тут кемпинг. Какой-то будем с вами разбираться сегодня, смотреть симулятор. А что это такое? Это трибунал какой-то, Вот давайте симулятор. Это, о, тут махач, короче, во. Вот что нам нужен. Я, короче, думаю, раз в день... Устраивать такой махач на минут 15 и пускай, ну, типа, расслабляться. Непринужденно будем смотреть, слушать наши комментарии. Я так понял, тут какой-то человечки махаются между собой. Да, и мы будем это с вами начинать. Будем первый, это у нас трибунал. Это самый древний, короче, вот сбитый, я так понял, да? Тут даже русского языка нахрен нету. Да. Что, вот так он у нас выглядит? Так, как тут у нас поворачивать? Правую кнопку мыши? Нет, не правую кнопку мыши. Как я вообще? Я поворачивать? Кстати, пишите, ребят. EQ подниматься, как повернуться? Я хер его знает. Пишите, ребят, кто знает, как его? Как тут вообще пробел это как-то поднимается? Как повертеть? Я хочу... Ой, его убрали. Как камерой? Как камерой вообще управлять нахрен в этой игре? Я не знаю. Давайте, короче, сделаем махач с вами. Давайте. Так, сколько? 5 человек. 6, 7, 8, 9, 10. 10 человек против... А вот против, фермеров будем. 10 фермеров против 10 фермеров. Сколько? 12? Ну, нормально. Я думаю, фермеры будут слабенькие. Давайте. Ну, погнали. В атаку, my friend! What the fuck? Что? Что происходит? Они зачем прыгают? А чё? Чё происходит? Они безоружные и бахаются. А это сбитыми. Одного, кстати, есть. Двоих завалили. Первобытных троих. Что произошло? Сколько осталось? Раз, два. Три, четыре. Пять. Пять человек осталось диких людей. Блин. Подождите, как интересно. А допустим, если не 12, а если 20. Посмотрим. В атаку, мой френд. Голубенькие, давайте, алкаши. Они как-то прыгают в кучки, знаете? Что происходит? Что происходит? Вот это махач, алкаши, ребята. Жесть, это прям как у нас точно на райончике. Махачи идут в Астрахани. Охереть, какая развязка. Кто победит, красные или синие? И у вас биты есть, они в рукопашку вас избили. Вот вы лохи. Вот вы лохи первобытные. Это что значит? Что взять первобытных? Так, ладно. Фух. Так, давайте этих уберем. Замечательно. Следующий кто у нас? Это у нас протектор. Это кто у нас? Это... А, он со щитами, чувак. Сколько? 11 против 20. Давайте посмотрим, кто теперь победит. Они просто щитами бьют их. А у них еще и маски, смотрите, какие. Какие текстильные маски на головах. Как это смешно все выглядит. Что за махач у нас? Это, знаете, это парады разгоняют. Это у нас в России парады разгоняют. Или в Беларуси парады. Такой позор. Правда, тут синие выигрывают. Синие — это Беларусь, я так понял, да? Все, кто выиграл? Red Team Blue Victory, да. Синие выиграли. Замечательно. Эх, вы лохи. Так, давайте побольше амонусов сделаем. 20, допустим. 20 против 20. Хотя это слабенькие, да? Давайте, наверное, 30. Посмотрим. 30 против 20. Давайте. Все. Позор. Кошмар. Блин, синий что-то этот... Что-то один человек уже, блин, перевес какой-то сильный, если честно. Позор. Позор. Блин, они одного бьют. Точно как в жизни.
Позор, позор. Вот жалко тут посмотреть, сколько осталось, нельзя, где-то цифры нигде не написаны. Вот это махать что? Давайте в лица глянем. 6. Смотрите, у них на шее еще какие-то эти. Охереть. Что происходит? Вот это весь. Блин, как это смешно. Так, давайте, ладно. Давайте фермерам теперь кого-нибудь добавим. Давайте сколько? 20, да? И 10. Добавим 10, 10. Так, а что такое 1800 против 2700? Это типа сила, я так понял, да? Ага. С копьями. Вот так они у нас выглядят. Смотрите-ка. Давайте. Надо было, правда, их вперед поставить было. Давай, давай, давай. Махач, махач. Оху, нифига, смотрите-ка. Происходит. Ах, да они как сильно. Уже. Она уже, в принципе, наравне, да? Хотя пока неизвестно, кто побеждает, если честно. Нифига себе, увидели, как он через себя сделал борцуху. Ну, плю, победили. Ну, блин. Смотрите. Смотрите на их лица. Жестокие. И он такой, братишка, ты чё? Ты в кого целишься? Так, к управлению, конечно, привыкнуть надо. Тут немножко непривычное это управление. Ребят, приношу что-то новенькое каждый день. Если вы, надеюсь, цените это, так. Ну что, что? Нет, это серебро, это золото затраченное, да? Вот смотрим, монетки какие. Тут, допустим, пятерых давайте сделаем. С копьями. Это что-нибудь даст? А, они вообще издалека пуляются, смотрите-ка. Здравствуйте. Фига себе. Кто теперь побеждает, интересно? Пока вообще непонятно, кто там побеждает, а он месил прям тесто как будто, знаете, такое ощущение. А нет, синий все-таки с виллы. Виллы все-таки решает, да, виллы все-таки решает. Один против. Один против толпы. Да они еще и прыгают, блин. Вот тебе вот. Крестьяне победили, ребят. Так. Что у нас? Фермеры. Так, давайте первобытным. Так, стой, тебя удалим. Так, первобытным еще добавим кого-нибудь. Это стронч, это камни, которые пуляют, да, вроде бы? Еще пятерых добавим, посмотрим, что будет. 40 против 30. Погнали, ребят. Махач, нифига себе. Что? Что это за бильярд? А ты женщины? Типа нет, правда, кто это? Ну, похоже, на какие-то... Нет, что-то синим уже, походу, хана будет, да? Да, синим хана. Синих все меньше и меньше. Не, камни, конечно, да. Камни решают. Трое осталось. Трое, ребят, двое осталось. Давай, давай, давай. Да. Конечно, дальнобойное орудие. Делают свое. Так, давайте добавим фермерам теперь кого-то. Хэви Беллер. Это что за Хэви Беллер? Что это такое? Что? Подождите. Так, Q приблизится. Что? А, это сено на нем. Смотрите, это сток сена на нем, у него палка. Блин, а он какой дальний, ближний. Тут что-то не написано. Как вообще понять? Вот давайте его сюда, наверное. Пятерых тоже добавим. Смотрим. А, он просто палкой бьет, да? Вообще почти. Блин, как же это угарно смотрится. Нихера себе. Что? Он щит кинул, он прям на голову. Нацелил щитом. Двое сосок сеном остались. Да, эти бедолаги не могут пройти, смотри. Еле-еле.
Нифига себе. Ну, прям вот, знаете, с таким небольшим перевесом, да, смотрите. Их-то и осталось. Интересно, интересно. Так, тап. Давайте теперь первобытным добавим кого-нибудь. Будем по очереди так добавлять. Это что такое? Бонный мэтч от каких-то шаманов, что ли? Это кто это? Шаман, да, он что, интересно, делает так? Два отсюда? Два отсюда и один отсюда. Он, походу, мне кажется, не сильно это придаст. Что, это колдуны какие-то? Это как Скарим. Знаете, я прохожу сейчас Скарим, и там тоже какие-то шаманы у этих изгоев есть. Что они... Что они колдуют? Они из-под земли тупо какую-то колдуют штуку. Типа, видите, я не знаю, шипы какие-то. И они подкидывают. Нет, ну это прям большой перевес. Так, надо крестьянам теперь добавить кого-то. О, вот колдуны тоже есть, кстати. Какие-то пузырьками. Двое отсюда. Двое отсюда. И один отсюда. 40 против 45. Погнали. Махач, махач. Так, нажмите F, чтобы вселиться кого-то, да? Или что это значит? Да, я могу вселиться. О, я могу и управлять им. Да, я могу управлять им, офигеть. Ай. Так, я... Да. Так, еще раз, давай глянем, только не будем вселяться, а то что-то, может, я... Нихера, смотрите. Что происходит? Охереть. Это какие-то зеленые жижи они кидают, смотри. Охереть. Блин, красный побеждает. Позор, позор, позор. Не, ну шаманы, конечно, у первобытных, блин, выигрывают. Так, давай добавим пятерых еще. Отсюда, вот прям отсюда добавим? Или нет, или спереди? Или в середину, наверное, добавим лучше. Ох ты, нихера, это что за фильм ужастиков? Что? Блин, они, смотри, какие гигантские. Они просто, блин, на голову выше своих собратьев. Слышите, как они машут ими руки? Интересно, блин, шаманы, конечно, имба еще та. Нифига себе, он машет там. Ага, и здесь, смотрите, еще конфуженные какие-то. Типа, это что значит? Типа, они конфуженные какие-то, да? Этим зельем. Очумели. Вы не представляете, что, кто побеждает? Первобытные, либо фермеры? Что? Первобытные все равно выигрывают. Сколько? 45-45. Так, давайте фермерам теперь что-нибудь добавим еще. И добавим... Что? Что, колесница? Что такое? Раз. Что? Два. Блин, я пятерых вообще боюсь добавлять, потому что, ну, по-любому она выигрывает. Ну, давайте, по 5 человек мы. 3, 4, 5. Ну. Чё? Чё? Кстати, их быстро и размотали, да? Двое, две колесницы остались. Ага, тут фермер уже побеждает, замечательно. Так, давайте еще, я еще раз хочу чекнуть, только с высоты. Ага, они тупо их просто давят, смотрите, тележками. Охереть, они просто сбивают их. Жесть. Тележку, кстати, все разнесли. Тележка. Угу. В этот раз. Замечательно. Так, давайте теперь первобытным добавим. Это уже тяжелая артиллерия, я так понял, да? О! Два. Хотя их, наверное, назад надо было ставить тоже.
Махач, махач. Жесть. Я, блин, при приближении у меня 20 кадров, короче, ребят, показывает. Охереть. Вот это махач, тут зеленые, красные, синие, короче, все перемешалось. Эти еще колдуны. Это еще дядька катает всех подряд, а он еще и кидает. Что он, кстати? А он эти помидорки кидает, или это яблоки? Это яблоки, походу, это с фермы, значит, и переехали. А мы собирали, короче, яблоки целый день такие получать. А что за дядька Черномор? Огромный какой-то великан. Офигеть. Так, фермер пока побеждает. Что у нас? У фермеров остается последний, да? Да. Так, нет. Не, у первобытных остается последний. Слоны. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Это мамонты, не слоны, вроде бы. И что? Охереть! Но тут комментарий как бы излишний, ребят. Блин, смотрите, они все в крови даже. Или это краска у них такая? Они тупо подавили и своих, и чужих. Охереть! Чем ответит крестьяне на это, интересно? Что это такое? Это у нас... Чё? Кто это такой? Это колдун какой-то летающий, чё? Так, два отсюда. Два отсюда и один отсюда. Ну, 55-55, погнали. Что? А у меня кадр, блин, замедляется даже, офигеть, до 10 падает. Охереть. Вот это махач идет. Чё они, кстати, кидают, я так и не понял. Они вор... Что, они птиц кидают? Они птиц кидают каких-то. Там, кстати, он одного какого-то крестьянина шел, один мамонт остался. Нет, ну вот тут уже, да. Тут уже какие-то... Давайте теперь рассмотрим их поближе. Кто это такие? Это кто такие, дядьки? Кто такие? Это колдуны какие-то, смотрите-ка. Пуговицы вместо глаз, это пугало какие-то, походу, они кидают воронами, а вороны еще какие-то дамаг наносят. Охереть. Смотрите, вот такой они, видите, при взрывании, получается, вороны камикадзе, видите, и перья. Они кидают, и чувак тут стоит, колдун, короче, который зельями кидает. Ха. Получается, кидает ворон, и вороны уже... Угу. Так, ну давайте, а что будет, если я фермер добавлю... первобытным добавлю еще двоих мамонтов. Типа. Жесть, жесть, это просто жесть. Смысл приближаться нет, потому что там ничего понятного вообще не будет. Сверху мне более-менее, мне кажется, будет понятно. Ага. Смотрите, два мамонта на одного, кстати, зацепились. Офигеть, он тащит друг друга, тащит, офигеть. Он мертвого тащит? Он зацепился, смотрите. Четыре мамонта бьют одного. Эти воронами, смотрите, кидаете, они взрываются, видите? Что? Охереть! Вы представляете? Они все равно победили, крестьяне, с этими крылатыми. Я не знаю, как... Напишите, ребят, кто знает, как называют... Вот написано Scarecrow. Я не знаю, как, кто это такие. Что? Охереть, сколько тут маунтов? Блин, подождите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, раз, два, три, четыре. Так, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь маунтов, офигеть, ребята. Семь маунтов, представляете? Так, что, давайте, наверное, на этом закончимся. Уже 20 минут, блин, я хотел по 15 минут в день. Ну, давайте уже, ладно, на этом закончим. Всех проверили. Сегодня у нас была битва.
первобытных людей, я так понял, да, с крестьянами, это следующая ветка развития. Завтра у нас кто? У нас какие-то уже... Ага, это средние века. И уже, я даже не знаю, какие это века. Античность, а вот, ага. Это железный век, получается, да? Ну, средние века. А это античность. Все, замечательно. Блин, какая интересная игрушка. Ребят, напишите еще ваши комментарии, стоит мне дальше продолжать играть вот такую наркоманскую вещицу. Что? Тут еще можно такого дядьку... Охереть. Поэкспериментируем. Завтра обязательно поэкспериментируем. Пишите ваши комментарии, может, какие-то советы мне дадите. Может, еще кого натравить, на другого натравить. Вот такая замечательная игрушка. Название даже я не буду нахрен ее произносить. Название есть в названии этого ролика. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Прожимайте лайки. Пишите ваши комментарии. Ваши полезные комментарии мне очень нужны, ребята. Завтра в то же самое время. Так, кстати, не забывайте вступать в нашу группу в Дискорде. Ссылочка будет... В комментариях, наверное, оставлю. Давайте, ребята, все. С вами был Айков. Всем пока.